Просто смешно, если сейчас туз 7 разные выкидывает, а он должен выкинуть. Он выкинул. И здесь мы просто за утроение, ребята, едем. Туз 4 против король валет. Нам нужно устоять. 12 блайндов, точка 7. Куча аутов у соперника. Очень страшная ситуация. И ривер восьмерка, и он доезжает свой гадшот. Санина. Ну, не выигрываются флипы. А, ну у него микро 4-4-4. Я понял. Поняли, как работает? В ник указываешь, что ты хочешь, и оно как бы приходит. Здесь 11 блайндов и котов. Ну, похоже на алын, как бы у нас круг давно не было. Из котов 11 ББ вполне себе пушится. У нас ног почти боин, в целом тут могут там... Ну, флип, либо там плюс-минус. Ну, тут 7 какие-то. Ну, вот, смотри, это не флип, это у нас 70%. Ну, понятно. Что ты сейчас сказал? Ну, подожди, извини, GG покерок, извини. Ладно. А, ну, понятно, все-таки стуки. Никогда не извиняйтесь перед покерком, пошел он нахер. Или извинись, скажи, что ты был неправ. Или, имей в виду, у нас всю оставшуюся жизнь с тобой вражда. О, это несложно. Нам надо за сайдпот. Ну, главное не всем проиграть. Что вот этот делает, непонятно. Ну, ладно, самому судья. Блядь, Сашенька, ты что делаешь? Все двойки. Да ебаный, блядь, слов нету. Один, блядь, второй, блядь. Чисто два ебатяя. За 8 стартовых. Заебись, за 8 тысяч баксов съездили. Я младше всех. Что? Всех обозвал, чел просто в 40 поехал. У меня не хватало даже. Ну, Жуаучи я верю, он достаточно crazy, чтобы anyway поехать. Ну, флопец на поездку. Флопец изи на поездку. Ну, что, у тебя до вольта даже нет ФД Чирового, дядь? Отлично. Говно. А, нет, хорошее. О, хорошее, молодец. Я же говорю, в Жуаучи. Ну, все, это Жуа, это все, это семерка крестей всегда. Ну, я же сказал. Ну, 5, ладно. Ха-ха-ха, изи 5, изи 5, животное, это просто животное, вот все, кто говорят, о, 1 800 000, это просто чел 8% побеждает, потому что он животное, это не человек, мы с вами играем в покер, чел играет в «Я насрал, убери». Может, надо было просто алын ставить. Ну ладно. Ну, можно я выиграю? Сукин. Вы просто представляете, у человека топ-сет и ФД. Иди обыграй, нахуй, иди обкатай. Ебать, спасибо за 4600. Ну, я, мягко говоря, достойно смотрелся. Я бы даже больше оценил. О, смотрите. Тихо, тихо, тихо. Давай. Кол есть. Странно. Ну, мы такой не халаем. Я понимаю, с какой целью он кликача дает. Чтобы, типа, и была возможность тернуться, что чекнуть. Просто переходит на свое тело. О, фак. Так. А, вы видели это? Чат! Вы видели это? Какие могут быть десятки? Скажите, пожалуйста. Какие десятки? Пипец. Я в шоке.
Разве покер спрашивает, что ты хочешь? Судя по настроению, я хочу поиграть хороший покер, хорошую финалочку отыграть, принимать какие-то интересные решения и кайфануть от игры. Там дама. Ой. Ну кайф, что я сделаю? Даму не выбью, никак не доехал. Девятки, карман. Странно. Ну ладно. Ну мы едем. Ну голы-голы. Ну пуш. Да бля. Ёбаный рот. А что нам дали 400 баксов? Хотелось больше. Хотелось героем побыть. Да это обидно. Красивый блеф кол получился. Ну на блеф посмотрели? Посмотрели. Ну, бись. Четко.